Привет всем зрителям на моем канале, рад вас приветствовать. Хочу показать крепление монитора. Вот недавно был приобретен EHI, вот такой. И хочу показать крепление для аппаратуры. Аппаратура как бы обычная, Radiolink 9 AT9S. Ну и чтобы монитор на ней держался, я купил вот такой держатель. Значит, все предельно просто. Цена вопроса $12, как бы вроде и не сильно дорого. Это три карбоновые пластины и жменька винтиков. Винты выбрал в цвете титан. Там на сайте, где продается на Алиэкспресс, ссылку покажу в описании, можно выбрать разные цветовые гаммы. Есть красненький, есть серебристый и титан. Давайте ее соберем и примерим, как будет держаться аппаратура на ней. Вот такое нехитрое приспособление позволяет держать экран перед глазами, ну, перед аппаратурой, вот так. Цена, повторюсь еще раз, цена вопроса $12. Единственное место, которое мне не очень понравилось, хлипковато, это там, где через вот эту вот хомут прижимается карбоновая пластина, без голая карбоновая пластина. Я бы все-таки вот сюда вырезал усилитель. Я, наверное, сюда такую круглую пластину вырежу, которая, скажем так, снимет нагрузку с карбона при прижатии вот этим хомутом. А так, в общем-то, все отлично, замечательно, меня все устраивает. Спасибо всем за внимание. Заходите на наш канал.